Привет, зритель, ставим лайки и поехали. Стало известно, чего ждать от отношений украинской певицы Ани Лорак с российским певцом Сергеем Лазаревым. Таролог, которая является поклонницей певицы, решила погадать на эту пару. Отметим, что разговоры об якобы романтическом общении Лорак и Лазарева время от времени появляются уже не первый год. Очередной всплеск таких слухов возник после фестиваля молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи. Так, подписчица Лорак сделала расклад на картах Таро и опубликовала результат под одним из фото певицы в Инстаграм. Сделала расклад на картах Таро на пару Ани Лорак и Сергея Лазарева. Об этой паре ходят слухи, так ли это? Ани девушка талантливая, благородная, статная, она обладает влиянием в шоу-бизнесе. Именно это все Сергей и хочет видеть в своей пассии. Но несмотря на наличие харизмы, достаточной, чтобы очаровать Сергея Лазарева, их отношения нельзя назвать перспективными, пишет таролог. Сергей, по мнению фанатки Лорак, парень открытый и не боится активных действий. А Ани такое отношение тяготит, и она робеет от общения с парнями, занимает позицию наивной и не понимающей намеков девушки. Для Ани молодые люди, как Сергей, носят неоднозначный характер. Ей не кажется серьезной такая подача себя. Для нее он всегда будет казаться либо показушным, либо слишком простачком. Она не любит слишком напористых мужчин, а Лазарев прямо давит своей харизмой. В его логике все должно быть просто. Да, нет, действую, не действую, любовь, не любовь. Он не сможет поддержать ту неуловимую игру флирта, к которой привыкла Ани. В итоге отношения в этой паре вряд ли возникнут, считает гадалка. К слову, ранее в Сочи Ани Лорак сделала заявление: «Я не смогу простить измену. Тот, кто любит, не предаст, а если разлюбил, то уже ничего не вернуть», заявила Ани Лорак. Кроме того, артистка добавила, что просит всех женщин быть терпеливыми и милосердными, а также уметь уступать. «Ведь вы настоящие девы любви», — отметила певица. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также...